Международная организация «Координационный совет по транссибирским перевозкам» совместно с охранными структурами стран Содружества независимых государств и Европы, объединенных соглашениями о взаимодействии и сотрудничестве, представляет уникальный проект «Охранный поезд». Проект создан в интересах грузовладельцев и экспедиторских организаций в целях обеспечения гарантированной безопасной доставки грузов в любую точку назначения. Охранный поезд – это комплекс услуг, оказываемый охранными структурами и партнерами проекта под эгидой единого оператора независимо от сложности маршрута. Договор заключается с одной охранной структурой, которая несет полную материальную ответственность перед заказчиком на всей территории исследования груза, что позволяет избежать дополнительных расходов на страхование. В рамках проекта грузоотправителям, экспедиторским компаниям и грузовладельцам предоставляется сервис по сопровождению и охране всех грузов, входящих в состав ускоренного контейнерного поезда. По выбору заказчика могут применяться отдельные методы охраны грузов, а на криминогенных опасных участках используется комбинирование методов. Для постоянного контроля над ситуацией в любой точке маршрута используются системы, принимающие сигналы спутниковых и сотовых операторов связи, позволяющие службам диспетчерского центра получать информацию о местонахождении и состоянии каждого контейнера в режиме реального времени. Благодаря специальным электронно-техническим средствам контроля и охраны грузов, сообщения о любых инцидентах, возникающих на маршруте, мгновенно поступают на дежурный пульт и вызывают